Буэнос-Айрес. Сегодня коротенький экспресс-выпуск. Расскажу вам про свет, который мы делаем для наших тумбочек, да, для освещения сампов и технической зоны. Такое вот у нас огромное подтумбочное пространство. Здесь есть передержка. Да, еще вот, когда мы тут порядок с Вадимом наведем, я вам все это покажу. Ну, и о чем? Вот так выглядят светильнички. То есть это светодиодные ленты. Они в специальных таких в профилях идут с рассеивателем. И очень такой молочный, приятный свет, тепленький. Для пресных аквариумов мы предлагаем такие вот тепленькие светильники. Для морских, соответственно, будут холодненькие. Вот. А здесь в коробчушке блок управления с релюшкой. Сейчас покажу, как он управляется. Значит, тут у меня приложение на телефоне Apex. Можно запрограммировать. Вот вручную сейчас вот могу включить. Включаем плавный такой вот задержка пуска, да, или как это называется, плавное включение и, соответственно, такое же плавное выключение. Вот, ну и кроме того, есть принудительное такое выключение выключателем. Так это все выглядит, работает. Вот, так что, если вам нужен либо моднейший аквариум, либо моднейшая подсветка из нашей мастерской, обращайтесь в Колковский центр. Сейчас. Возьми свет, аллилуйя.